Слышать вживую сочетание флейты, кларнета, саксофона и тубы для Ивана не в новинку. Молодой человек, любитель джаза, старается не пропускать музыкальные фестивали. С супругой любим просто джазовую музыку слушать. Периодически вот посещаем Струковском, здесь проводится выступление. Вот решили посетить, чтобы не отдаляться от этой культуры. Струковский парк стал одной из площадок двухдневного фестиваля духовых инструментов на сопках Маньчжурии. Здесь собрались как профессиональные музыканты, так и любители. Участниками стали коллективы из Екатеринбурга, Брянска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Сургута, Уфы, Москвы, Тольятти, Саратова и Казани. А также концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, который на Самарский фестиваль духовых инструментов приехал впервые. Наш оркестр пригласили впервые, и мы сюда даже в город впервые приехали. А у нас с ансамблем танца программа. Покажем и также танцы вместе с духовым оркестром. Концертная программа первого дня фестиваля завершилась выступлением академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации, которое прошло в амфитеатре у подножия Площади Славы. Исполнение на сцене знакомых жителям мотивов сопровождалось зажигательными танцами участников в военной форме советской эпохи. Продолжился фестиваль уже на следующий день. Жители и гостей города ждали обширные музыкальные и танцевальные программы на разных общественных пространствах города. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.